Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Сегодня мы здесь собрались по поводу отметить великий праздник узбекского народа, праздник Навруз. Когда наступает весна, все процветает. Ну, в такой радости день, что можно сказать? Желаю вам самого главного, огромного-огромного здоровья. Когда есть здоровье, человек хочет все. Дай Бог, чтобы всегда вам все хотелось и моглось. И для того, чтобы начать нашу праздничную дискотеку, я предоставляю слово организаторам сегодняшнего праздника. Вот они, красавицы, стоят. Давайте им поаплодируем. Узбекистан, мой край родной, люблю тебя, горжусь тобой, долины, реки и поля, ты самая лучшая моя страна. Наступил Навруз Байрам, мы желаем счастья вам и поддержки от знакомых, и любви под крышей дома. Добро пожаловать в наш клуб. Хушкирепсис, я говорю я. Давайте дружно от души будем веселиться. Сегодня песни, танцы и веселый смех будут нашими друзьями. А в этом нам поможет наш маэстро, уважаемый Илья Сергеевич. Ура! Так, Навруз у нас продолжается. Сегодня новые лица, другой зал, другая компания. Но я вижу, столы накрыты хорошо. Будем гулять весело. А здесь уже водку наливают. Значит, будем весело гулять. Вот моя знакомая Людмила. Мила. Да. Вот и здесь компания собралась. Стол уже накрыт. Сейчас подкрепятся все и будем гулять. Мискавских жизней нет, помог головою, если не с тобою, Катя, Катерина, эй, душа, да чего ж ты, Катя, хороша, ягода Марина, Катя, Катерина.
как мы с ним впервые сегодня видимся по сайту. Давно знаем друг друга, так ведь, да? Да, очень давно. Вот сегодня с ними встретился, погуляю с ними. Знакомых у нас.